Дорогие друзья, полнейший шик. Я вас поет. Ни много ни мало, золотой голос Купри. Александр Шаги, поехали. Я знаю, я не тот, кого ты видела, но за окном это моя звезда. Красивый небосвод, все небо синее, два самолета мне лететь назад. И будет светло, и будет тепло, пусть даже снегом все сомело. Ярче любви, ярче играй, давай, давай. Наши огни ярко горят, то, что хотят, но нас говорят. Ярче любви, ярче играй, давай, давай. Не говори, гори, не понимай, не понимай. Жизнь коротка, спеши добро творить. Не стоит городить ненужные слова. Мы оба любим, значит будем, будем жить. И будет светло, и будет тепло, пусть даже снегом всех замело. Ярче любви, ярче играй, давай, давай. Наши огни ярко горят, то, что хотят, про нас говорят. Ярче любви, ярче играй, давай, давай. Спасибо. Спасибо. Саша думает, что именно так думает каждая девушка после его выступления. Но мы-то знаем, что это не так. Правда? Это не так. Дорогие друзья, для вас выступал профессионально-педагогический институт! Дорогие друзья, я не могла не выйти сегодня на сцену. На этой сцене вот этой командой. Я прошу выйти вперед студентов 5 курса. Аизана, Евгений Николаевич, Маша Иванова, Екатерина Тимченко, Катя Новгородцева. Все 5 лет эти ребята были рядом со мной, были рядом с ребятами. Мне кажется, что они достойно представляли институт на различных творческих конкурсах. И поэтому сегодня я от себя лично хочу сказать им огромное спасибо. За то, что они есть, за то, что они учились в профессиональном педагогическом институте. Спасибо, 3-4. Спасибо! 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 Я искренне... Мы вас любим! Мы вас любим! Я искренне верю и в то, что ребята, стоящие за моей спиной, студенты младших курсов, будут также достойно представлять профессиональный педагогический институт и дальше. На 5 курсу отдельный поклон. Спасибо. ППИ Forever, вы лучшие!